последних разработок «Ижмаша» – снайперская винтовка СВ-98, калибр 7,62. СВ-98 предназначена для уничтожения целей на дальности до 1000 метров. Тип огня – одиночный. Перезарядка осуществляется вручную с подачей патронов из 10-местного отъемного магазина. На винтовке возможна установка как отечественных, так и зарубежных прицелов. Для крепления прицелов в верхней части ствольной коробки выполнена планка Пикатинни. Штатный панкратический прицел 1П69 обеспечивает прицельную стрельбу при любом увеличении в диапазоне от 3 до 10 крат. Также имеется открытый прицел. Ложа СВ-98 удобна для стрельбы как с левого, так и с правого плеча и полностью регулируется под индивидуальные данные стрелка. Имеется регулировка гребня приклада по вертикали и горизонтали, длины приклада, положения затылка. Ложа снабжена быстросъемной сошкой в передней части цевья и сошкой в прикладе. Каждый сошник регулируется по высоте. В походном положении сошки складываются в цевье и приклад и не выступают за габариты ложи. Для снижения уровня звука выстрела, уменьшения энергии отдачи, устранения дульного пламени СВ-98 может поставляться с тактическим глушителем. Обычная комплектация включает в себя также чехол, рукоятку для переноски, противомиражную ленту. СВ-98 – инструмент профессионалов, для которых формула «один выстрел, одна уничтоженная цель» – основной принцип работы, в которой нет права на промах.